лесника, но слишком сильный дух. Здесь много старых женщин, они все читают вслух. Ко мне подходят люди с намерением разбить мне нос. А ты удивлена, отчего я не живу здесь, милая? Ты знаешь, мне кажется, это странный вопрос. В обычном производстве все борются за власть или гонят самогон из того, что нет смысла красть. А начальник цеха не был здесь год, он на это забил. А ты удивлена, отчего я не курю, милая? Может быть, я идиот, но я не дебил. Твой друг ест ложкой гудрон, а другой стреляет всех, кто знает больше, чем он. Ко мне подходит некто с автоматом и говорит: а бежишь ли ты, кросс? А ты удивлена, отчего я здесь проездом, милая? Ты знаешь, мне кажется, это ты не всерьез. Ко мне утром, ты села на кровать, ты спросила, есть ли у меня разрешение дышать, и действителен ли мой пропуск, чтобы выйти в кино. Теперь ты говоришь, ну куда же ты отсюда, ты знаешь, главное прочь, а там все равно.